Привет, друзья! Сегодня 20 декабря, и, как я уже обещала, каждые 10 дней в декабрьских эпизодах сменяется начало видео, и это, наверное, самое праздничное. Надеюсь, что оно вам понравилось. И давайте по традиции будем открывать очередной сюрприз. Сюрприз под номером 20, и мне почему-то кажется, что я, возможно, даже догадываюсь, что там лежит. Мне кажется, я вот так вот его хорошо осмотрела и потрогала, и мне кажется, что там лежат носочки, там что-то мягкое. Я была права! И смотрите, как здорово, носочки с зимней новогодней тематикой, но горчичного цвета моего любимого. Два в одном, как говорится, очень симпатичные. Здесь и всякие снежинки и прочее. И здорово, еще одни такие носочки мне точно не помешают. Спасибо огромное, буду носить их дома. Дома под шерстяные носки, когда будет совсем-совсем холодно. И сегодня мы с вами посмотрим на последнюю оставшуюся снежинку. Дальше думать, что же с ними делать. Вообще, мне они очень даже понравились в этой раме. И, может быть, так и там их и оставлю. Но еще все-таки нужно будет немножко подумать над этим. Вот такая малышка попала сегодня. Одна из самых маленьких. Замечательная снежиночка, малютка. Очень и очень симпатичная. Мы с вами рассмотрели уже все 20. Очень-очень было приятно, и действительно, работа тонкая, непростая, и я благодарна Малгоржате за ее невероятный труд, усидчивость и за такой чудеснейший подарок. 20 снежинок — это не 2, очень-очень они все были интересны, и я уже, в принципе, придумала, чем я буду разбавлять эти декабрьские эпизоды дальше, последние 9 дней. Так что, если вам интересно, чем же я хочу с вами еще поделиться, заходите на канал завтра. Ну и давайте теперь посмотрим на очередную вязаную работу, которой я хотела бы с вами поделиться. И на этот раз это будут вот такие вот домашние тапочки. Эти тапочки я вязала и валяла в прошлом году. Мне все та же моя дорогая подружка подарила набор целый для вязания и валяния тапочек. Я их увидела где-то на просторах интернета. Мне невероятно они понравились, хотела их купить, но меня опередили. Что же это? Во-первых, здесь плотная подошва резиновая, и это домашние тапки, теплые-притеплые. Также в них лежат шерстяные стельки, подходящие по размеру. И дальше использовалась пряжа от Lana Grossa. Пряжа-ровница, которую нужно было свалять, сначала связать, потом свалять. Еще вязались вот такие вот цветные красивые манжеты. Вязала я это по описанию немецкого блогера. И это было очень интересно, свалялись, насколько я помню, они у меня не прямо с первого раза, но получились здорово, и это тапки моего размера, я их ношу в самые-самые холодные дни, пока еще я к ним не перешла. Вот эта нежнейшая пряжа с кашемиром, все, конечно, очень здорово выглядит, довольно даже профессионально, я работаю очень довольна. И с удовольствием эти тапочки ношу. Но когда уже совсем-совсем холодно, просто из них не очень удобно выныривать, если нужно быстро это сделать. Но в остальное время они превосходные. И у меня еще есть такой набор на 2 пары обуви. Когда-нибудь я их свяжу, пока к ним никак не приступлю.
Но идея классная, вы можете не обязательно делать такие тапки на подошве, просто взять какую-то шерсть, которая сваливается, и связать домашние тапочки для кого-то в подарок, например, или себе. Но у меня есть вот такие, есть просто валенные, но я их с собой сегодня не принесла. И давайте расскажу про очередной детективный сериал, совсем немножко. Это британский сериал, который называется «Убийство на пляже». Он довольно популярный, и если вы любите детективные сериалы с красивыми пейзажами Англии, пожалуйста, вот попробуйте посмотреть его. Там, в принципе, интересные главные герои-следователи, и я даже, мне кажется, раза два смотрела этот сериал, и сюжеты там весьма и весьма интересные. Вот такая вот была рекомендация на сегодня, и я вам желаю прекрасного дня. У меня сегодня, скорее всего, на канале вечером выйдет еще одно видео, где подведу итоги по вязанию осеннему и чуть-чуть зимнему, и благодарю вас за просмотр. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий или поставьте сердечко в комментариях под видео. И до новых встреч. Желаю вам хорошего дня. До завтра. Пока-пока.